Всем доброго времени суток, с вами Юлия Боровикова. Как известно, Новый год не за горами, но выходные еще ближе. И именно поэтому, пока вы доделываете годовые отчеты, доздаете сессию и поедаете килограммами мандарины, я расскажу вам, чем можно заняться на этих выходных. Выставка «100 чудес света» пройдет в Оренбурге. Для фотомастеров, а их больше 70, от России, Германии, США до стран Африки и Индонезии, а также Колумбии, Австралии, Сингапура и Малайзии. «100 чудес света» — это уникальная возможность поделиться широкой аудиторией своим собственным взглядом на планету, различием и сходством культур живущих на ней людей. Выставка будет интересна широкому кругу зрителей, как семьям с детьми, людям, увлекающимся фотографией и путешествиями, также и ценителям искусства. На этой неделе состоится презентация 62-го международного фестиваля креативности «Каннские львы 2015», одно из самых ярких и значимых событий рекламной индустрии. На презентации фестиваля в Оренбурге специалисты рекламного мира и все желающие смогут увидеть как работы призеров и победителей фестиваля, так и другие креативные ролики, которые привлекли внимание экспертов. В Театре музыкальной комедии показ мюзикла «Дубровский», созданный по одноименному произведению Александра Сергеевича Пушкина. Это захватывающая авантюрная история о любви и вражде, о дружбе и предательстве, о людских страстях и судьбах. Актуальная для любого времени история, рассказанная средствами современного музыкального языка и пластики. Ким Брейбург, продюсер-композитор, и Карен Кавалерян, поэт и песенник, соединили знакомый со школьной скамьи сюжет с современными направлениями поп-музыки, в том числе R&B и тяжелым роком. Благотворительная ярмарка фонда «Наши дети» состоится в эту субботу. Это замечательный шанс сделать доброе дело, а еще прикупить изделия ручной работы, сделанные руками детей. Что интересно, на выставке будут волонтерить самые красивые ведущие оренбургских телеканалов. Не пропустите! Шестого декабря состоится открытие елки парка Тополя. Гостей порадует зимняя игровая программа, Дед Мороз со Снегурочкой, конкурсы, игры, подарки, зимние забавы, хороводы, сказочные герои, выступления творческих коллективов города, веселое катание на санках с большой сказочной горки, а в конце мероприятия праздничный фейерверк. И никаких неожиданностей. Эй, я здесь наверху! Ты вырастешь прекрасным человеком. В Киносити на этой неделе премьера одноименной классической сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Мир невозможен без фантазии и приключений, по крайней мере, в это верит добродушный старик-авиатор, по соседству с которым недавно поселилась одна очень педантичная мама со своей прилежной дочкой. Жизнь девочки подчинена строгому учебному плану, в котором время на друзей предусмотрено только в следующем летом. Однако этот тщательно выстроенный план трещит по швам, когда в жизнь девочки врывается странный сосед с его невероятными рассказами о маленьком принце и далеких звездах. Когда тебя принимает ФБР, ты попадаешь на передовую войны, порядка и хаоса. Ты и сам знаешь, как просто потерять берега. Джонни – молодой агент ФБР, специализирующийся на работе под прикрытием. Он не раз выходил из самых сложных ситуаций, всегда доделывая свою работу до конца. Его очередным заданием становится проникновение в банду воров. Однако эти люди – необычные грабители. Их главным отличием от остальных является увлечение экстремальными видами спорта. Агент внедряется в банду, при этом рискуя собственной жизнью. Это была афиша в эфире городского телеканала ЮТВ. С вами была Юлия Боровикова. Не забывайте, отдыхая, отдыхайте. Вообще, практика показывает, что выкинуть все заботы из головы – это наивысшее благо. Всех с наступающим! Пока-пока!